Привет, это Селс. Галереи реально нескончаемые, каждая ячейка имеет свой адрес. Вино ранжировано по цене от минимальных до максимальных. Начнем с белого высококачественного вина. Я специально для вас, как обычно, делаю ценник в различных валютах, чтобы вам не сидеть, не пересчитывать. Безусловно, цена ориентировочна, потому что курсы каждый день меняются, но ориентир вы можете иметь. Кстати, если вы видео досмотрите до конца, то в последней части этого ролика я вам покажу, как выглядят именные ячейки хранения вина. Я полюбопытствовал у администрации, они сказали, что аренда ячейки стоит 500 евро в год. При этом вы должны приобрести у винодельни не менее 50 бутылок, ну и потом их постепенно можете выгребать. Каждая ячейка именная имеет сертификат, который прикреплен к стенке возле ячейки. Ну, вы посмотрите, я покажу вам. Минимальная точка находится на глубине 80 метров.
В этих катакомбах всегда поддерживается одна и та же температура. Происхождение этих катакомб благодаря известковым выработкам. Столовые вина подороже. Фитиаско, Негро. Как видите, цены вполне приемлемы, но мы дойдем и до дорогих напитков чуть-чуть попозже. Брют. Мерло. Каберне. Кстати, подпишитесь на мой канал, если вам не сложно, кто еще не подписан, поделитесь этим видео, потому что не каждый день вы можете видеть подобные вещи. А вот тут обратите внимание на ценник. Там через дробь написано 2 года. Первый год обозначает, в каком году вино залито, какого урожая в бочке. И дальше, в каком году оно из бочек разлито в бутылки. Вот вы видите, в 2014 году залито, в 2015 в бутылке разлито. Продолжаем перемещаться по ценам. Это винные коллекции. В 87 году в бочку, в 2000 разлито по бутылкам. В 88 год в бочку, в 2001 году по бутылкам. Коньяк 50 евро. А вот тут уже посерьезнее. 75-й год, 73-й год. Видите, вот 73-й год, 1816 евро. €1557. €1300. €2XO президент. €934.